В Иркутской области за сутки мошенники похитили свыше 2 миллионов рублей. Злоумышленники представлялись инвесторами, сотрудниками банка и родственниками обманутых людей. Так, житель Черемховского района отдал лжеброкерам больше 1 миллиона рублей. Также аферисты обманули педагога из Усть-Кутского района. Женщина хотела спасти свои сбережения и перевела на счет мошенников более 130 тысяч рублей.